В этом году мы приняли участие в форуме «Ты предприниматель» с проектом о создании бренда домашнего текстиля «Уютное решение Коста». На форум мы заявились по двум причинам. Во-первых, получить обратную связь от профессионалов, которые давно в бизнесе, которые этим живут, касательно нашего проекта, чтобы понять, какие есть недочеты. Ну и как приятный бонус, получить грант на приобретение оборудования, необходимого для полного цикла производства нашей продукции. Надо сказать, что от форума мы получили гораздо больше, чем планировали. Ведь обучающая программа с очень сильными и грамотными тренерами и спикерами, отличным нетворкингом с бизнесменами и предпринимателями разного уровня и отзывчивыми организаторами – все это помогло нам трезво оценить все риски и возможности развития нашего бизнеса и подготовить детальный и рабочий бизнес-план для защиты нашего проекта. Впоследствии мы получили грант на закупку оборудования, что помогло нам быстро масштабировать наш проект, и уже в этом году к зимнему сезону мы готовы на полную. Уже в этом году мы наладили сбыт в город Тюмень. Есть ребята, которые продают нашу продукцию в Сочи. Потихоньку просыпается Казахстан. Мы и дальше планируем выходить за пределы нашего региона. Вообще мы считаем, что самой главной пользой от программы «Ты предприниматель» является возможность найти единомышленников и бизнес-партнеров. Ведь благодаря программе мы вместе начали наш проект, и сегодня наш оборот только увеличивается. Стань участником программы «Ты предприниматель». Реализуй свои мечты, а не чужие.